уже более 10 лет играет на необычном музыкальном инструменте – марсиан пани. Его звук помогает расслабиться и снять напряжение. На фестиваль йоги в парк Раздолье девушка приехала, чтобы познакомить жителей с одной из своих практик. Это линейка моих инструментов, называется «Марсиан паны». То есть это стало таким делом моей жизни. Когда этот инструмент пришел в мою жизнь, он изменил мою жизнь. И вот сейчас меняю жизни других людей. На 4 площадках целый день выступали мастера йоги. Около сцены была основная зона, где каждый мог принять участие и попробовать освоить новую для себя практику. Я решила познакомить наших жителей с йогой и сделать для них абсолютно бесплатный фестиваль йоги с лучшими мастерами нашего района, с интересными практиками. Здесь не только йога, еще много различных техник, практик, медитаций. Гвоздестояние особенно привлекло внимание жителей. Анжелика простояла на гвоздях 5 часов и попала в книгу рекордов Гиннесса. На фестивале она учит правильно вставать на гвозди тех, кто хочет впервые освоить эту дисциплину. Сначала провела тибетскую гимнастику «Око возрождения». Это буквально 15-минутный комплекс, но который позволяет как раз проработать позвоночник, нашу основу. И дальше мы подышали, у нас было огненное дыхание. И как раз после этого мы спокойно, равномерно заходили на гвозди. Каждый в этот день смог найти практики и методики себе по душе. На фестивале йоги также работала благотворительная ярмарка. Все собранные средства пойдут на помощь юному жителю Одинцова, чтобы после операции мальчик смог пройти достойную реабилитацию. Екатерина Крамер, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».